Всем привет! В прошлом видео показал, как прокачать полицейскую машину. В этом видео покажу, как прокачать машину такси. Итак, начнем. Нужно взять любую машину и прокачать ее максимально в Los Customs. Так, вот что у меня получилось. Я молодостью прокачал ее. Далее достаем телефон. И звоним в такси. Далее забираем у него машину, у нее садимся. И едем в одно место, вот сюда вот. Вот это вот место. Так, и дальше мы подъезжаем и вот так вот потихонечку, вот так вот ее глушим. Чтобы она заглохла. Все, как она заглохла, меняем персонажа. Например, на Франклина. Так, как мы поменяли персонажа, меняем опять на Майкла. Назад. И вот такси уже прокачался. Поменялся звук, машина стала мощнее, и, ну, она стала лучше. Также поменялся цвет фар, они теперь ксеноновые, и она едет быстрее, чем раньше. Всем пока.